Да, смотрите. Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт! Да, как ни странно, но мы опять играем в Майнкрафт. Ну что ж, в этом выпуске мы опять будем собирать механизм. Обратите внимание, я называю механизмом, в принципе, все. Всякие там конструкции, приборы и так далее. То есть, вот это, например, с одной стороны, это нельзя назвать механизмом, да? Это даже больше ловушка, чем механизм. Но с другой стороны, это нет смысла, видите, разделять на категории, там, ловушка, механизмы. Мы просто запутаемся, понимаете? Поэтому это будет тоже механизм. И мы сейчас соберем еще один полезный механизм. Я уже говорил, что мы будем с вами собирать печки, электропечки. Пришло время это сделать. Но это будет не просто там новые электропечки. Весь замысел в чем? У нас будет три электропечки. Лут, который переработан автоматом, будет из этих печек выниматься и складываться в сундук Вася. Плюсов, короче, очень много. Но тут другая уже история. Самое главное, что давайте поспим сначала, как всегда, уже темно, ни хрена не видно. И нам сейчас нужно сделать печки. Вот самое геморройное в этой игре. Сейчас мы будем делать печки. У нас много резины, это хорошо. Ну что ж, давайте начнем. Само собой, я буду показывать весь процесс, не смысла, да, мне снимать видео двухсекундное. Как я взял, поставил печку, готово. Нет. Мы играем не креатив мод, у нас выживание, поэтому нам все гораздо сложнее, понимаете? Я все это добываю собственными руками. Вы чуете, да, запашок победы? Ладно, я еще, видите, сделал. А, все, да, let's go. Так, для начала нам нужно сделать электропечки. Электропечка делается. Сначала мы берем обычную печку. Так, нам нужен молоток. 5 штук. Сейчас покажу все. У меня 1, 2, 3, 4, 5. Сначала мы сделаем железную печку. Для этого мы делаем обычную печку. Потом делаем из нее железную. Вот она. Но это только начало. Давайте тогда сразу сделаем две железные печки, потому что они нам будут нужны в любом раскладе. Делается это вот так. Обычная печка. Потом берем... Ага, нужно железо. Вот, и переработал. Хотел показать вам голема, но пока не успеваю. Видите, мне не хватает железа. Все время куда-то уходит. Например, на печку. Так, все, у нас есть две железные печки, но это не то, нам нужно их сделать upgradable. Для этого нам нужно сделать минимум две микросхемы. Берем олово, берем микросхема, нет, нам нужно вот это вот. Микросхема нужна нам меди много, проводов много надо. Так, здесь на провода есть. Да, видите, все, куча мала, раньше я сортировал, но потом, что-то, когда начали... забиваться сундуки, я перестал сортировать. Ну, потом я все сделаю нормально. Ладно. Все, давай тогда сделаем таким образом. Приготовим еще. Нам нужно сделать две микросхемы, правильно? Поэтому ломаем молотком из этой ш... Ой, хотел сматериться, ладно, извиняюсь. Что это со мной, ладно. Так, из этой вещи, короче, мы делаем теперь провода. Делаем прям полностью все провода. Потому что медь нам, в принципе, больше ни для чего не нужна. Так, как она делается? По-моему, я даже помню как. Нам нужно будет тогда две лепешки сделать, коровьи. Делаем еще две лепешки из железа. Раз, два. И собираем две микросхемы. Вот так, по-моему. Раз, два, три, подотри. Потом раз, два. Во, молодец, все правильно. Видите, помню. Смотрим дальше. Ага, о, изи-бризи, понимаете? Изи-бризи и так далее. Все. Теперь мы делаем... Так, правильно поставил? Да, правильно. Делаем две электропечки. Сверху ставим эту шляпу. В чем преимущество электропечек? Во-первых, они гораздо быстрее работают, да, чем обычная печка. И экономнее. Там, по-моему, экономия до 2-4 раз. Горючего экономия. То есть, например, угля. Также у печки есть усовершенствование. Это очень хорошо. Там, по-моему, 4 вида усовершенствования. Первое, это ускорение, то есть там, по-моему, на 30% быстрее, и при этом он потребляет энергии на 60% больше. Потом есть выкидыватель, то есть он, печка сможет автоматом выкидывать в любую сторону, да, то, что она переработала. Потом есть там электропотребление, то есть запас энергии больше становится и так далее. Теперь ставим печку. Обратите внимание, да, это индустриал мод технология. Поэтому ее просто так нельзя снять. Если мы поставим печку, мы ее киркой уже не уберем. Нам нужно будет делать гаечный ключ. Если мы сломаем киркой,
то мы получим не печку. Хотя подождите. Ну, не знаю, вот это правильно по отношению к буровым установкам. По-моему, где есть железная оболочка, когда ломаешь киркой, выпадает только она. Ну ладно, неважно. Короче говоря, а я, наверное, врал. Печку, наверное, можно сломать киркой, именно печку, потому что там нету железного каркаса. Ну ладно, это уже сами смотрите. Короче, что мы сейчас делаем? Ставим. Раз, два, три. Пада, три. Все, у нас есть три печки и будет один генератор. То есть мы сюда не будем сувать горючего никогда, запомните. No way. Ой, ну вы поняли, короче. Так, теперь нам нужно сделать, давайте, два проводка. Я не думал, что мы будем делать. Да, нам нужно их сделать. Два проводка. Я говорил уже, да, что я советую делать алюминиевые провода. Потому что они, во-первых, максимально сохраняют энергию, и у них нереально огромная длина передачи энергии. Все провода в этой игре рано или поздно теряют энергию, то есть в зависимости от дальности провода. Нажимаем сюда. О, чуете, да? Видите? Все, теперь наш генератор заряжает все печки. Ну, пускай будет так. Может, это, в принципе, наверное, многовато, да? Три печки на один генератор. Ой. Ладно. Ха. А вот это... А вот это... Знаете, что можно сделать? Какой же молодец-то, Вася. Мы даже, наверное, успеем в этом выпуске. Мы сейчас сделаем кое-что еще. Я придумал прямо сейчас. Вы чуете запашок победы, да? Я сейчас придумал кое-что крутое, Вася. Мы сейчас сделаем таким образом. Смотрите и учитесь. Не знаю, получится, нет? Ну, то мы в самом конце сделаем. Мы сделаем еще одну воронку, да, нам нужна будет еще одна. Ладно. Все, мы сначала должны закончить этот супер механизм. Все, казалось бы, все очень красиво и офигенно. Эту печку я потом все это уберу. Но хочется, чтобы было все на автомате. Преимущество. Давайте мы с вами, да, друзья мои, обсудим преимущество. Я уже сказал. Во-первых, все будет собираться в один ящик. Во-вторых, заметьте, например, когда у вас здесь уже лежит какой-нибудь ресурс переработанный, например, железо, и я поставлю сюда адский камень, он не будет работать, пока мы не уберем железо. Потому что два ресурса. Во-вторых, когда у вас здесь перегорит железо, да, 64 стак, то новый вы не сможете перерабатывать, правильно? Вам надо будет убрать стак, чтобы освободился слот. А благодаря нашему сундуку все будет складываться туда, на автомате. Сундук, в принципе, большой для этого дела. Ну вот, смотри, сколько здесь слотов. Очень много. Для печки это как раз. Давайте меньше слов, ближе к делу. Возьмем какой-нибудь песок. Нет, песок давайте. Вот это мне нужно, чтобы подняться. Надо было давно уже сделать лесу мне сраную. Так, нет. Песчаник, блин, не то. Сейчас, секунду. Опа. А, отвали от меня, дура. Надо бы поставить забор, потому что, видите, стреляет меня чмошник. Да. Но это такой юнит. Ладно, срать на него. Мы в любом случае не сдохнем. Ну что ж, теперь мы должны сделать таким образом. Нам нужен будет топор. У нас есть даун-топор. Есть топор для дауна. Смотрите, теперь сюда мы ставим что? Сюда мы ставим сундук. Видите, еще преимущество в чем? Что сундук будет стоять в полу. Да, это очень удобно. То есть он не будет занимать место вообще. Просто пришли, открыли. Все, Вася. Чуешь запашок? Каким-то образом были. Скорее всего, он потому прошел. Ну ладно, неважно. Хотя нам нужно его убить, чтобы он не мешал. Теперь смотрите. Нам нужно будет сейчас сделать так. Раз, два, три. Жопу подотри. Все правильно. Все правильно, я понял. Чмо? Ах ты, тварь, ненавижу. Давай опять мои деревья зажги. Давай, чмо. Да, мы уже когда-нибудь построим уже дом. Видите, я потихонечку строю его. Чтобы эти твари не ходили повсюду. Ненавижу, сука. О, так у нас здесь невысоко, поэтому можно ничего не строить. Вот так можно прямо копать. Все, ломаем здесь. Опа, и здесь. Все. Теперь нужно сделать, чтобы это все складывалось вот сюда. Вот. Делаем таким образом. Смотрите, берем шляпу. Называется шляпа-воронка. И жмем на блок
от которого он будет отворачиваться. Я нажимаю сюда, а нет, извините, ляюсь, наоборот. Давай, братюня. Ну! Да, так было быстрее. Наоборот, мы жмем в эту сторону. То есть сначала начинаем с этой стороны. Нажимаем Shift и жмем сюда. То есть мы говорим, что эта воронка должна положить все, что в нее войдет, в ее пещеру войдет. В Саша Грей, ну ладно, вы поняли, короче. Должна положить в этот сундук. Потом говорим, что от этой воронки должна передавать сюда, а эта воронка должна передавать сюда. Окей, а потом мы делаем вот так вот. Например, мы сделаем песок. Нет, песок упадет. Поставим сюда эту шляпу, а от нее поставим вот эту и вот эту. Вот так вот закроем, да? Чтобы было гламурно. Я гламурный подонок. Так, ставим сюда, сюда. И убираем. Опять же, я это делаю все первый раз. Да откуда у вас столько, мрази? Вы что, издеваетесь? Я говорю, они кто идут, то не идут, фиг поймешь. Чмыри. И они, кстати, не только отсюда идут, они откуда-то с других сторон еще идут. Ну ладно, зато будет веселее. Так. Да, молодец, красавчик. Ну просто красава. Молодец, молодец. Горим, горим, help me! Help me! Мы сейчас сгорим, сундуки! А, понятно, опять эти твари все прилетели. И самое главное, потушить дом. Туши, тушим, тушим. Все, вроде я живой. А теперь мы сейчас возьмем оружие. Сейчас я вам, твари, покажу, кто здесь батька в этом городе. Вот, вы видите, да? Я делал выпуск о другом. А вы смотрите дальше выпуски, да? От людей, которые играют креативе моде. А вот, посмотрите, этот выпуск называется не креатив мод, выживание. Твари, моя библиотека сгорела. Да ладно, посрать на самом деле. Посрать. Нас ничто не остановит. Построить библиотеку это изи-бризи. Вот такое вот у меня веселье. Вот вы видите, он вообще куда-то с другой стороны пришел. Правильно, давай, давай, подожгем деревья мои. Когда же это кончится? Они уже эти деревья сжигали раз, наверное, 6. 6 раз сжигали деревья. Да господи, да все уже, все, тушись. Самое главное, чтобы не сгорели мои сундуки. Все? Давайте поспим. Ну, у нас немножко изменился дом. В принципе, они мне даже чем-то помогли. И все равно я буду менять весь дом, ставить адские кирпичи. Ну, давайте не будем отвлекаться, да. Это абсолютно нормальное явление у меня, поверьте. Это нормальный день. Стандартный день в Майнкрафте. Все, осталось 3 блока. Ну вот смотрим, по идее должно все работать. То есть, видите, у нас здесь кладем. Это мы еще не до конца усовершенствовали, мне еще идея одна пришла в голову. И какого хрена тебе надо, вопрос? Ясно, да. Сумасшествие начинается, господа. Давайте похлопаем. Ну ладно, не будем отвлекаться. Поехали. Так, экспериментируем. Пустой сундук. Сначала кладем сюда адское говно. Сюда адское говно. И сюда адское говно, да? Опа! Да, о, Что может быть приятно, когда ты делаешь первый раз механизм, и он работает. Они везде, он работает идеально. Вот вы видите, да? Что все проработало у нас отлично. Все, я сделал то, что я хотел. Я вам показал, но мы попробуем еще кое-что сделать. Усовершенствовать механизм. В моем полуразваленном доме. Бичевнике. Но однажды я его дострою, и будет царство небесное. Ой. Репоставим. Так, что у нас? Мне... Сейчас, секунду, подождите, я поем. Мне нужно говна навернуть по фасту. Так, сейчас, секунду. Мне что-то нечего кушать даже. Ладно, поголодаем. Так, ну смотрите. Что мне сейчас пришло в голову? А мне пришло следующее. Я не знаю, опять же. Я уже говорил, что я не буду посматривать механизмы. Нет. Я люблю сделать все свое, придумывать. Это все само собой придумано. Я хочу попробовать, вот именно сейчас, когда начал снимать, пришла идея. А если, смотрите, здесь
Уголь можно положить только стак. У меня очень много угля. Вот уголь, вот. Вот. А, ну вы поняли, короче. А если мы поставим таким образом? Не забывайте, кстати, чтобы воронка работала, да, нужно сверху на нее ставить. Например, можно поставить печку или сундук. Берем воронку и ставим таким образом. Ставим... Вот сюда вот, типа я говорю о том, что ты должна передавать. А? Так, сейчас, секунду. Мне нужно в любом случае переработать блоки адские. Давайте тогда положим. А мне их не осталось, да, уже? А, давайте тогда переработаем что-нибудь. А если я динамит положу? Переработать динамит можно переработать? Что он взорвал нахрен здесь все. Мне уже достали меня уже все. Ладно, нет у меня больше адского блока. Мы сейчас сделаем таким образом. Давайте золото немножко возьмем. Вот так вот. Вот так. Ну, поехали. Смотрите, я убрал уголь, да? Угля нету. Сейчас мы должны истратить всю энергию. Давайте сюда положим немножко. Сюда. Ну и сюда немножечко. Ждем. Все, падает энергия. Давай, давай, детка. Супер технология. Это сундук надо будет отсюда убрать. Да, он некрасиво смотрится. Не гламурно, видите. У нас все должно быть гламурно, ванильно. Перерабатывается золото. Идеально. Ну, просто мечта. Самый красивый дом, смотрите. Блок кирпич адский. Обычный камень. И деревянный пол. Да, весело. Потолок. Деревянный. О, мне хотя бы еще стол не сломали, спасибо. Деревянный потолок, адский и листва. Но самый такой уникальный дом, я вам скажу. Смотрите, все, видите, энергия везде потребилась. Давайте здесь еще немножко положим. Очень быстро переработала, реально, я даже не заметил. Мгновение просто. Я хочу истратить всю энергию. Теперь смотрите, здесь энергии нету. По моему замыслу, если мы сюда положим кучу стаков, он будет потихонечку со временем класть сюда, в эту печку. Печка, например, когда уже все переплавилось, она не будет тратить энергию. Нет, она просто остановится и не будет больше жарить уголь, да, грубо говоря. Как я это делаю. Я люблю жарить вообще. Ну ладно, вы поняли. Пробуем. Да, смотрите. Все, идеально. То есть, под такими темпами, да, мы сможем постоянно сундук набивать углем полностью, стаками. И забыть про сырье вообще. И просто подходить к печку. Понакинули сюда золото, адский кирпич, сюда говна накинули, да. Ушли, пришли, опять накинули, все. И все это у нас будет постоянно вот здесь. Так, давайте сейчас быстренько переплавим что-нибудь. Куча мала у меня, куча говна. Так, подождите. Ну, свинцовую руду можно. Золото нам не надо. Вот это нам тоже не надо. Хотя, может, кстати, что-то такое. Я ни разу его не использовал. Нет, не будем. Говно. Фу, ненавижу. Так, спать мы не будем. Подождите. Да, у нас уже ничего не осталось. Металл уже я весь истратил. Ну, давайте, да, вот это переплавим. Сюда, например, бросим вот эту шляпу. И все. Офигенные три печки. Еще можно поставить ускоритель. Возможно, я сделаю для примера, да? В следующей серии когда-нибудь. Потому что там надо его собирать. Я еще ни разу не собирал. Тоже надо будет изучать, как он еще состоит. И сделаю только для одной печки, например. Потому что не забывайте, что он работает быстрее, но он больше потребляет энергии. Так, вот можно еще говна это одеть. Давай, одевай, дура. Мне вот написали, да, что если вам тяжело видно в этом шлеме, например, когда вы идете убивать элдеров, да, ну, короче говоря, странников, можно нажать F1, а я не знал, кстати, вот, видите, реально, да, прикольно. Ну все, на этом мы выпуск закончим, я вам показал все, что хотел, потихонечку я буду домик дорабатывать, да, выпуски будут каждый день, безусловно, то есть я схожу в ад. Ну, игровой ад. Я не собираюсь в реальности идти в ад. Схожу в игровой в ад. Надо будет опять собрать кирпича адского. Ну, не кирпича, а блоков. И потихонечку буду отжаривать. Я люблю отжаривать.
Вот такая вот у нас технология офигенная. Мне очень нравится. Все, великолепная печка. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.